Простите, пожалуйста, сейчас будет третья подряд импровизация. Я даже не знаю, что буду. Не попеть я не умею, играть не умею. Если кто-то жалится надо мной, ради Христа, научите меня играть, хоть по скайпу, хоть о чем, хоть где. Какая-то группа даже обратила на меня внимание. Это меня поражает. Спасибо вам. Храни вас Господь. Так, начинаю. Я иду домой поздно ночью. Рисунки стерты. Я только что из участка копов иду домой. С края города мне так грустно и словно я потерял, словно я отец потерял всех своих детей, я их навсегда потерял. Менты забрали, и тетка злая смеялась злобно надо в сером городе.